Самарской городской думе исполнилось 30 лет. Представительный орган власти за долгие годы работы сыграл большую роль в развитии местного самоуправления. В праздничный день депутаты, прошлые и нынешние, встретились, чтобы вместе отпраздновать памятную дату. Ксения Баканова расскажет подробнее. В Самарской городской думе исполнилось 30 лет. В одном зале собрались депутаты всех созывов. Поздравить их с юбилеем приехали почетные гости. Хочу сказать огромное спасибо за совместные годы работы, потому что всегда находила в депутатах, в аппарате Думы городского округа Самара людей, готовых к конструктивному диалогу, готовых подсказать, помочь, иногда правильно покритиковать, и это тоже необходимо делать. Я хочу пожелать, чтобы городская дума была действительно органом народа власти, чтобы каждый из депутатов городского уровня осознавал свою глубокую ответственность перед людьми, понимал, что за спиной у него стоят наши жители, и был их достоин. За долгие годы работы депутатами городской думы избирались 219 человек. Работали люди разных профессий, мировоззрения и политических убеждений. Однако их всегда объединяли забота о людях и любовь к Самаре. Вся наша деятельность вместе с администрацией направлена на развитие нашего города, на улучшение жизни горожан. В плановом режиме строятся школы, дошкольные учреждения, конструкции создания новых общественных пространств, скверов, модернизация в рамках комфортной городской среды наших придомовых территорий. Первое заседание Самарской городской думы нового времени состоялось 17 июня 1994 года. Дума получила полномочия устанавливать общегородские нормы и правила, вводить местные налоги, формировать бюджет Самары. И тогда, 30 лет назад, безусловно, там самые яркие, самые отважные, самые пассионарные наши земляки, самарцы, они вот избирались в Думу, и первый состав Думы, конечно, стал очень базисной такой основой, фундаментом для развития Самарской области. Депутаты городской думы не останавливаются на достигнутом. Сейчас у нас самое актуальное, самое важное, самое долгожданное – это приблизить победу, это помощь бойцам СВО. И это не только, да, материальные какие-то такие физические вещи, которые мы можем, да, реализовать, но это и определенные проекты, которые направлены на поднятие боевого духа. Городские власти намерены темпы работы не снижать и оправдать доверие, оказанное горожанами. Ксения Баканова, Константин Головин. События.